И начнем выпуск с ЧП в центре Таллина. Оперативный автомобиль Audi A8, в котором находился премьер-министр Юрий Ратас, попал сегодня вечером в ДТП в центре эстонской столицы. Эту информацию актуальной камере подтвердили в департаменте полиции и погранохраны. ДТП произошло в 16:55 около эстонского драматического театра. В Audi, в котором находился премьер-министр, въехал внедорожник Mercedes. Никто не пострадал. Скорую помощь на место происшествия не вызывали. Премьер-министра доставили в дом Стенбока на другом автомобиле. Оперативный автомобиль ехал с работающими проблесковыми маячками и сиреной, но обязанность сотрудника полиции, который управляет автомобилем, обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, отметили в полиции.